Анна Седокова, певица и актриса, телеведущая и писательница. Она привлекла внимание и дебютировала на сцене в составе Viagra, но затем покинула группу ради сольной карьеры и творчества за рамками музыкальной сферы. Анна Седокова нередко делится с подписчиками фотографиями своего почти обнаженного тела, тогда как снимки с детьми встречаются в блоге звезды не так часто. А уж у своего 6-летнего сына Гектора певица будто и вовсе скрывает от публики. На новых кадрах наследника можно рассмотреть во всей красе. Мальчик растет настоящей копией мамы. Разве что глаза у него голубые. Но пухлые губы и аккуратный носик явно достались Гектору от звездной родительницы. Бывшая солистка Viagra призналась, что постоянно балует малыша и ни в чем не может ему отказать. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым шатенка рассталась вскоре после родов. Сейчас предприниматель женат на другой артистке, участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной. А вы как считаете, малыш похож на свою звездную маму или нет? Пишите в комментариях под видео.